46 açan geldi. Bir kazan etini vardı adamın, onu da aldılar da öldü. Familyası kututtu. Açlığı zor geçirdik. Zere yoktu yemeğe. Bütün sokak üstünde düşüp de ölürdüler. No, bana sonra düştü kısmet. Papaz geldi aldı beni. Bırakmıştı slugası. De ben bir tane yaşadım. Her insanda vardı yekin. Saklı hangisi saklamıştı, hangisi nice vardı ikinci. Aldılar hepsini. Эти кадры невозможно смотреть без слез. Практически каждая нынешняя гагаузская семья может сегодня рассказать о голодовке, которую пережили их матери, дедушки и бабушки. По подсчетам историков, голодовка унесла жизни от 30 до 50% населения региона. Лето 1945 года в Молдавии выдалось засушливым, что отразилось на состоянии сельского хозяйства. Но несмотря на это, у людей отобрали все зерно, отметил журналист и исследователь Тодор Занет. И свозились на амбары и железнодорожные станции. Но была зима, хлеб не смогли вывезти. И этот хлеб гнил в амбарах, в вагонах, но людям не дали. Согласно официальной статистике, в Молдове от голода умерло от 150 до 200 тысяч человек. Однако историки считают, что умерших от голода было гораздо больше. Особенно пострадал юг страны. На севере Молдавии от голода погибло 3% населения, на юге – до 50%. Самой высокой смертность была в Гагаузии. У гагаузских селах от села к селу от 30 до 60%. К примеру, село Котловина, болгарского, сейчас он Ленинский район, значит, там с 5200 человек умерло 3700. Это документы показывают, в других селах тоже. Другое, что этот учет никто не вел. Эта трагедия стала самой масштабной катастрофой в истории юга страны. Крестьяне в селах вымирали целыми семьями. Хоронить их было некому. Если мы возьмем Киетлунгу, Яр, да, овраг, все скидывали туда, засыпали снегом. Потом, когда снег растаял, началась угроза эпидемии, собаки растаскивали, все страшно. В 2019 году на заседании Народного собрания Гагаузии 19 октября был утвержден как День памяти жертв голода гагаузского народа. Согласно этому решению, во всех селах и городах Гагаузии в этот день поминают безвинно умерших жертв голода. Дата 19 октября была выбрана депутатами по той причине, что в этот день в 1946 году впервые из Камрата было отправлено официальное письмо властям Центрального комитета Компартии Молдавии о том, что люди стали умирать от голода. Алена Терзи, Мария Казаку, ГРТ Новости.